Так, и когда нужен ответ-то? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тут ко мне вовремя звонок был. Мы проводим серию бесед «Во свете Библии» называется. Через полчаса выезжает. И сегодня она в Алтайском крае, это 4 апреля 2014 года, похороны и отпевание Золотухина Валерия Сергеевича. Угу. И как хорошо, раз по этому поводу звонят. Пойду ли я на панихиду. Угу. Да. Да, ну вот позвонили, приглашают вас из музея краеведческого вот здесь. А где это было? Игорь Алексеевич, директор. А кто приглашает? Директор. А? Директор музея. Да? Да, прямо от них вот здесь выезжает. Так у них где будет это? Это в молодежном театре. Ну, театр Золотухина. На площади Октября. А почему они меня приглашают отсюда? А они отсюда едут туда. Он будет говорить там речь на... Ну, давно еду в другом месте. Я не могу. Меня в отдел юстиции везут и к нотариусу. Я не могу пойти. А, прямо сейчас, да? Прямо там вот даже подъехать. Угу. Я не могу. Я вообще не себе принадлежу, поэтому не могу. Видишь, сколько сегодня заказов. И меня везут, как просто манекен какой-то. Подпись поставить. Поставил подпись, поехал. Я стараюсь ни во что не вникать. Меня там нет. Ну, то есть мне надо ответить, так, сказать... Вопрос теперь, что-то говорили о Золотухине. Ну-ка. Да, ну вот последнее время сейчас как раз... И идут вот прям ряд всяких выступлений по телевидению, ну, везде так, и в печати тоже, вот о Валерии Золотухине. Ну, и рассказывают о его актерской просто великолепной работе в его жизни. Ну, что еще могут рассказать? Ну, и о семейной жизни, как у него все прекрасно складывается. И вот у него гражданская жена, и как вот он, правда, оставил всех, и, ну, умер-то. И теперь получается, что кто им будет помогать? Да что вот сын его самоубийством жизнь закончил, и как он это переживал, все. То есть об этом все пишут, ну, как пример нашей жизни для нас. Ну, и друг у него Высоцкий был, о котором он несколько книг написал, прекрасно изложенных и так далее. Ну, а так как он, вы с ним знакомы, он к вам приезжал, ваши книги брал. Ну, хотелось бы услышать ваш... Ну, об этом человеке или вообще о явлении актерском. О чем вы захотите сказать? Во слове Божьем, во свете Библии, конечно. Видите, что? Ну, я православный христианин. И первое, что я, когда услышал, ну, раз он умер, значит, душа вышла из тела, первым делом помолиться. Он крещеный был. Молиться за него не запрещено православному. Я могу только сказать, упокой, Господи, душу усопшего раба твоего Валерия. Ну, это первое. Ну, второе, я ему не был другом, но он приезжал сюда, его привез хорошо мой знакомый режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич. Он на нас заработал два больших фильма, снимал здесь. Один фильм, первый был «Предчувствие», это филиал Красноярский от Свердловской киностудии, документальных фильмов. А их таких документальных студий было только три в стране в Советском Союзе. И он его привел сюда, видимо, ему много рассказывал, и Золотухин решил сюда приехать. Ты был тогда? Uh-huh. Был. И вот он привез его сюда, и ну, тут мы познакомились, сфотографировались. И, ну, что я могу сказать? О мертвым как говорят? Или хорошо, или ничего. Это фальшь. У римлян было так. О мертвым говорят все или ничего. Все, а не только правду и шлифовать. Тем более я православный христианин, и я могу воспроизвести то время, когда мы были с ним вместе. О нашей встрече. Ну, у меня другой подход ко всему. Я знаю, что профессия стала актеров, она не одобряется священным писанием и канонами церкви. Никаких охлобыстиных церковь не признает Иванов. А одно, что они должны быть за пределами церкви, пусть там кривляются. Ян Златоуст говорит неоднократно проповеди и считает эти их студии, все эти Голливуды, училищами сатаны. Вот, училище сатаны, он закончил театральное училище сатаны. Вот тогда в этом свете уже все по-другому видит. И дальше говорит, какое зло они приносят в этот мир. Я его не знал вообще. И с его участием фильмов ни одного не смотрел. А когда уже познакомились, тут я начал тогда и в Ютубе везде находить, смотреть. И судить я не могу, я не артист. И, ну, у меня есть любимые фильмы, как Иуда Бен-Гур, Кама Гридеш, Иисус по Евангелию от Луки. То есть у меня есть такие фильмы, даже мирские фильмы, такие, ну, «Я легенда», допустим. Вот эти я могу дальше говорить о нем, писать, и, потому что они касаются библейской темы и приближают понимание к реальным событиям. Я слышал, что в Быстром Истоке он построил церковь, это он тут же сам сказал.
тоже еще какой-то человек был, не знаю ни шофера, кто он с ним был, я его не знаю. Вот. А далее это о нем я уже знал, что у него внебрачный сын, гражданская жена. Гражданская жена, нет такого в Библии, есть только одно, прелюбодейка. Значит, он прелюбодей и жил с блудницей. Она не прелюбодейка, но теперь стала с ним знаться, значит так. И он об этом, не она, вернее, пишет об этом. Когда она шла, поступила к ним, а там как к ним относятся, к артистам, то сидящие рядом мужики, которые там в театре-то увидели, а это чья Б будет здесь? Чья Б? Вам что говорит? Глядь, и все разъяснилось где-то. По-другому на них и не смотрят они. Если она была девушка, и он парень, и женился, то священником он не будет, каноны запрещают. Их рассматривать даже без повреждения, если она настоящая девственница, как блудницы. Каноны так рассматривают. Ну, я знал, что у нее незаконно рожденный сын, и сразу сказал, что это грех. Ну, а как же я храм построил? Я говорю, Бог смотрит на другой храм, храм души нашей, как мы построили его. Ну, и он стал еще что-то говорить. Там старший сын у него священником. Но надо помянуть и того, который повесился, сын. Тут немножко мы успели хватить, говорит. Но я сразу на эту тему и повел разговор. Сын-то знает Бога, как верует. Немножко о сыне успели сказать. Немножко к нему. Ну, бритый, кривляется, стоит вот так. Захохотал, руки раскинул, рот раскрыл. Видимо, он забыл, что здесь у меня находится-то. Я так и опешил. Он на один год моложе меня, мне 73. И представь себе, сухонький, я люблю сухоньких людей, так раскинут руки, и присел, вот так захохотал. Он как на сцене, я так и опешил. Как же можно разговаривать в таком возрасте? Ну, я сейчас сам показываю. Неладно, но степенность, это должна быть. Но мне нравилось в нем то, что он, когда выступал, я-то говорил, и говорил открыто, вот как отец Кирилл Сахаров, он все о себе говорит, как его поносят, какими словами, такой искренне. И он говорит, сын мой говорит мне, вот когда ты, папа, звонишь по телефону, почему ты все время врешь? Ну, кто это решится сказать? Это говорит человек, ну, как у нас в русских людей называется, простодыры. Вот. Это у меня тоже все. Я вымеряю, что сказать, но не скрывай, когда плохо говорят обо мне, это сразу выношу на обсуждение. Так или не так? Я хочу исправиться. Если у меня есть враги, я врага не выпущу, пока не добьюсь, пока он мне все обвинения мне не выложит. Я их запишу, и дальше по всем пунктам обвинения буду работать, исправиться. Поэтому второй раз у меня уже на хвост, говорит, не наступит. У меня особый подход. Ну, а дальше я завел его в храм, все показал. Он взял несколько книг для сына, якобы вы сами считаете. Мои книги не имеют аналога в мировой литературе. Я любому это докажу. Стихи мои не имеют аналогов. Все по 9 куплетов, и напротив каждой строчки указано место писания, откуда это взято. Ну, просто, ну, нету этого у вас. Ну, и тут вот, ну, знакомство, можно сказать, было небольшое. Он мне не понравился. А потом вдруг стали появляться фильмы, в которых он играет. Ни в одном фильме он мне не понравился. Все какие-то пьяницы, какие-то вертлявые. И он там, ну, то с тещей, то пришел с работы. Ну, что я видел? Даже играет-то милиционера. И последний он какую-то роль какого-то братка играет. Даже консультации берет у настоящих преступников. Зачем? Зачем это нужно? Нам нужна одна роль. А только одна мысль. Быть рабом Христовым. Все слушает раб твой, как Самуил сказал, говори, Господи, слушает раб твой, все раба твоя, да будет мне по слову твоему. Вот нам что не хватает. И это роль. Это тоже роль. Я-то не такой, но я себя переделываю, но это не маска. Я должен быть таким. Это перерождение делает меня. И я вот это успел ему сказать немного, что храмы ваши, что вы там делаете и играете, это не приближает к Богу. К Богу приближает нас сродство в Духе Святом со Христом. Он ищет подобного себе, чтобы в нас такое редкое слово, единственное в Библии, были чувствования, тонкие переживания, как во Христе Иисусе. Ну, в одну встречу я многого не сказал, но через книги он что-то узнал. Потому что ко мне привозят разных артистов, и там режиссеров, и дать интервью, закончить фильм не могут. Ну вот Кузнецов снимал фильм «Предчувствие». Меня по телефону мой брат-священник долго уговаривал. Он жил в Тюмени, и, дескать, ну вот просится снимать. Первый Малашин просился, Юрий Николаевич. Фильм он снял «Второе крещение» или «Глаз вопиющего» в пустыне. Он полностью весь фильм про меня.
об этом берет. Этот фильм, там отдельно, но как мне говорили, говорит, вы вытащили весь этот фильм, он бы никакого не получил места. Но он получил главный приз на международном киноконкурсе, получил «Золотой Витязь» в Югославии. А здесь он, когда получил первое место в России, это предчувствие, этот Кузнецов Владимир Сергеевич, главный тут, который снимал режиссер. Вот. Он приехал, снял в Потеряевке, и возили меня по всем местам, где нужно было выступить, сказать, никакой роли я не играл, я просто был тот, кто я есть. Съемки шли в комнате, в других местах, там, где патриарх выступает, я иду рядом с патриархом, потом сделано так было, как будто мы с патриархом разговариваем, ну, кадры идут, патриарх говорит, а Ленина похоронить надо, я об этом говорю, только другими словами. Вот. А гонение, говорит патриарх, уже можно говорить было, говорю я об этом. А потом он вдруг приезжает, Кузнецов, снимает второй фильм, он называется «Златоуст из Потеряевки». Потеряевка – деревню, которую мы строим, а Златоуст как-то прилипло ко мне это слово. Златоуст, Златоуст. Какой я Златоуст? И статьи, и газеты, и название фильма «Златоуст». Он занял первое место в России. Вот и все. У Золотухина, что бы он там где-то ни делал, может быть, были бы другие результаты, если бы он был верующим. А то они, у этого незаконный рожденный, незаконная жена, он с Евдокимом был близок. Ну, как-то друзья, какая-то у них жизнь-то у всех одинаковая. Живут полное удовольствие, имеют блудницу, а где же вера во Христа? И что деньги все позволяют человеку делать где-то? Я против них никто. Он приезжает ко мне, ну, а кто я такой? Какое у вас звание? Никакое. Я как-то одну книгу здесь подарил или продал, не знаю. Она была бывший первый секретарь КПРФ. Не КПРФ, а КПСС в центральном районе, Ремнева Надежда Степановна. И она, Игнатий Тихонович, да вам защищаться надо. Я говорю, я вообще не защищаюсь. Да не так это кандидатскую там степень надо, такие у вас книги. Я говорю, а что это мне даст? Деньги дадут или нет? Ну, это знаете, как подписываться кандидат там наук каких-то там, доктор. Я всего 4 урока провел у них в университете по просьбе бизнесменам. И они меня провели по ставке профессора, да с какими-то накрутками заслуженные. Ну, нет этого ничего, я говорю. О, что вы, там все определили так. Вы скрываете, папай в рогожке, видать, пустое это все. Я знаю моего Христа, я с ним познакомился, и я о нем свидетельствую. И все. Если враг, это я его задушу все равно, любовью. Я ему буду делать добро, пока в нем этот пар не выйдет окончательно. Он выдохнет, скажет, все, выдохся. Я их испепелю. У меня были враги, очень сильные враги, и кончилось ничем. Они принимают или крещение, или умирают. Умирает внезапно, и все. Он не двигался. Даже начальник тюрьмы, и то умер по-христиански. Следователь принимает крещение в полное погружение. Но это Бог дает власть. Духу Святому, над душами людей, когда, ну вот, он избрал меня как сосуд свидетельствовать им. Но мои труды, вот что я делаю, вот это, все остальное, это все будет определено после моей смерти. К Золотухину я не пойду. Я ходил только на одни прощания. Здесь был мэр города Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России, бывший парторг моторного завода. Ну, мы были знакомы близко. Вот он приезжал сюда, в моей книге там фотографии, и он, ну, очень, очень был рад, что мы познакомились. И погиб в автомобильной катастрофе. И я пошел в дом, зрелищ спорта здесь есть, и там фотографии сколько делал. Но в газете появилась фотография там, где я иду около него. Почему, не знаю, случайно или выбрали они. И я не мог удержаться даже от слез, когда его видел. Он был настолько расположен. Но я не постыжусь даже, или не постесняюсь, или не преувеличу, если скажу, что он был ко мне расположен. Он приезжал сюда, и меня называла не легендой, а аналы нашей истории Барнаула вы войдете. Я счастлив, что в моем городе живете, что занимаетесь такими делами, детей воспитываетесь, преступниками занимаетесь. И у меня есть это письмо и от него и с печатью, на бланке, и висит оно у нас. От него, ты видел, там, от Баварина. К этому я не пойду, у нас не было близкого знакомства, да ничего это не даст. Он благодаря Баварину я имею вот это место, где я сейчас живу, дом. Они помогли уже притворить в жизнь решение суда, когда я выиграл через 11 лет суд, что меня изъяли. А они должны мне были, городская администрация, если бы выиграл 11 миллиардов. А так как
суд заплатил меньше, рассчитаться нечем, я предложил недвижимость рассчитать, вот здесь два здания, общая площадь 226 квадратных метров, и тут у нас церковь основана, и детская, и где мы встречаемся, трапезная, там беседы, там свадьбы идут. Это благодаря Баварину, он помог с прокурором края вместе, краевым судьей вместе. Ну, это власть была такая. И все закончили благополучно. И вот все мне это отдали. В погашение долга передо мною. Сергей, Свет Валерий Сергеевич, я могу только перед Богом воздохнуть и в конце добавить: Господи, прости, что за него молюсь, если я прогневляю тебя этой молитвой. Потому что жизнь его была не христианская совершенно. И вот эти отпевания, панихиды, я не верю ни в все это. Я верю в искреннее желание помочь. Вот нынче ко мне подошла, в Сростках была, там есть музей такой, библиотека и музей одновременно, видимо, Шукшина Ольга Васильевна, его младшая дочь. И мы мгновенно с ней сошлись. Прям мгновенно, сразу. Она, давайте объединять силы там где-то. Ну, от ее звуков никаких нету. Но я выставил все ролики, фотографии. И нас объединяет не сапоги, только она говорит, что он, Василий Макарович, носил сапоги. Но именно он старался пробудить совесть. А то она говорит, вот сейчас церковь лепится, концерты. Какое отношение он имел, когда он был коммунистом и коммунистом умер? Причем тут церковь-то? А я не стал с этой стороны. Я сказал, мои книги, она говорит, о чем они? Я говорю, о том, как пробудить совесть. Совесть первичнее Евангелия. И мы, так папа об этом и говорил. Я об этом и говорю. Совесть непробужденная, Евангелие мертво. Евангелие вторично. Евангелие, оно касается только души, где совесть есть. А если сожженный в совести, да видал Евангелие, он порвет и выбросит. Вот такой ответ. Ну вот при этой встрече, которая была, не упомню я, это, ну, фотография осталась на память. В 2007 году, там, да. Седьмой год. А нет, это было как раз в год гибели Евдокимова. Было. Какой? В год гибели Евдокимова. Он приезжал за 3 месяца до гибели Евдокимова. Понял. Вот когда. И они-то приезжали с Кузнецовым. У них был проект, и уже средства выделялись на документальный фильм про какую-нибудь личность на Алтае. И выбрали вас. Ведь об этом-то и был разговор. Снимали. Меня в 4 фильмах снимали. И тут юноша один решил написать, ну, о знаменитостях Алтая, там где-то общесоюзный был у них здесь. И он первое место занял, у меня все материалы взял из книги, все. Но, когда уже стали премию переставить, буквально в последние дни его, говорит, поставили на второе. А на первое место еврейского мальчика поставили, он о московской синагоге написал. Ваня Попов. Иван Сергеевич. И получил, значит, 2-й, что ли, там премия была солидная, куда-то там поездка или подарок какой-то. Как-то так вот получается, что я не фактурный материал, я не гляжусь так. Ну, получается, что выдвигают и какие-то премии присваивают. А мне просто некогда об этом думать. Мне говорят, а сколько вы на этих фильмах заработали? Как заработали? Так же, которые продавали, это миллионы заработали. А фильмы о вас, говорят, в Москве в каждом метро продавали. Я даже про это не знал. Я в это время шел уже далеко впереди, другими делами занимался. Я уже сидел за компьютером. Я провел за компьютером за 9 лет 41 книгу набрал. По 752 страницы, понимаете? Больше 30 тысяч часов провел. Да где бы я ими занимался-то? Ни рубля, нигде, ни разу мне ни за что не давали. Кроме того, что бизнесмены, которые там за 4 часа селом заставили, идите, получите деньги. Они все там перечислили. А мне деньги всегда нужны. Я начальник детского лагеря, 40 лет, без помощи государства, 1000 детей. И ни рубля мне никто, это государство не дал. Я сам бегаю, говорит, волка ноги кормят. Главное, чтобы мука была. Но эти бизнесмены помогли мне достать и тестомес. Он менее там, дежа такая, сломанный. Ну, он, мы отремонтировали его. И, может, теперь я могу 120 кирпичей в один день дать. Сам печник, 2 печки сделал русских. У меня так интересно все, само собой получается. Куда ни гляну, вот. Вообще это невозможно. Тебе говорят, это немыслимо. Но Бог так делает. И когда говорят, там, вот тогда гордость, думайте, говорите. Я говорю, а ко мне это никак не прилипает. Я просто хочу вызвать у людей, ну, даже сказал это о компьютере. И сразу это подхватили, и уже преподают здесь школа, высшая школа милиции, не школа, а институт. И там про меня уже говорят, тут рекордсмен, там несколько раз, наверное, раза в 2 больше, чем рекорд Гиннесса.
сам сидел, набирал, я сам версткой занимался. И это в возрасте, я начал 62 года это делать, а к 70-летию закончил книжную деятельность. Перешел, сейчас работаю в эфире. Раньше я в Морфлот был, показывали МФ. Я все отставил, 8 дел, там стихи писал, проповеди, церковь, все оставил. Теперь МФ, осталась молитва и форум. Тут я пропадаю, часов по 16 день сижу. И вот за последние 2 месяца я выставил 1053 ролика только. Мне нужно закачать их на Mail.ru, потом отдельно закачать на YouTube и выставить на форум. Это все сделал я. Вот здесь, в этом помещении, ну тут помощь только программистов хороших Бог дал. Виктор Петеримов, там Алексей Загуляев, Гавриилочка. Ну, то есть у меня всегда много друзей. Хотя, говорит, я никто, но друзья у меня складные. Мой дядя так говорил. И поэтому, вот, когда говорят о гордости, ну хоть как-то к вам подходит, а я вообще даже этого слова не понимаю. Мне некогда, я делаю, ну, называют друга голик, там, я этих слов не знаю. Я знаю, меня Бог, Дух Божий побуждает к этому. И я люблю это дело, я его делаю. И делаю, и всегда говорю, кто может лучше, пусть сделает. Я вижу, что пустое пространство, никто этого не делает, никто не распространяет Златоуста. Я его начитал и распространил. Вот сейчас вопросы, которые отвечаю, это никто не будет говорить. С этой стороны сегодня Золотухина никто не покажет. Он хороший, он написал. Про кого? Про Высоцкого. Блудник, пьяница, наркоман, у которого черт перед глазами все время был и похитил его душу. В пьянке умер-то. Какие друзья-то его были? Какое сам такова и твоя паства? Да, талант, у меня о Высоцком много написано. И однажды устроили там вечер в одном месте, все. И который там руководитель был, знакомый мне очень хорошо, я говорю, а можно я выступлю? Что вы? Что вы о Высоцком? Тут такие люди, друзья приезжают, да вы сразу все разрушите, то есть они меня знают. С кого брать пример? Человек, который потерял смысл жизни, женился сколько он раз, как этот, жил по прихотям вот этой мирской похоти. У него ничего не было в жизни. Одно, задыхался, он там показывал, да, талант. У другого да, талант, но ты за него ответишь перед Богом. Ведь какой талант? Он и стихи пишет. А о чем он их пишет? А там стихотворение 2 найдешь, только у Высоцкого. Играет на гитаре. Это талант играть. Петь надо. С его голосом даже... Через улицу не кричал бы, но он сделался популярным, потому что он говорил о том, о чем другие молчали. Вот в чем дело-то. И меня-то, может быть, это воспринимают, потому что никто не говорит. Вот конкретно, вот они что попало делают, церкви не преподают, там с мощами. Я на эти вопросы отвечаю. Да. Я не буду сидеть, как Осипов, в галстуке бриты, и он никогда не скажет ни слова ни о патриархе, ни о патриархии. Он нигде не скажет. Почему? Кормушка их там. И пенсии лишат. А я смело об этом говорю. 60 вопросов, тогда он митрополит Гундяев был еще, этот Кирилл. Я его разбираю, показываю. 60 вопросов. Примерно 2-3 вопроса правильно отвечают. Остальные неверные. Тоже разбираю, показываю. Они ни один вопрос не разбирают. Они боятся. А я для них неуязвим. Я неоднократно спрашивал люди, которые моей биографией занимались. Почему вы считаете, что они не могут ничего со мной сделать? Отец Геннадий выразил. Ваша безукоризненность. Это единственный ваш щит. Вас бы давно слопали. Ни священник, ни никто. Они за мной ничего не знают. И людей посылали. Вот жил он здесь, наблюдал за нами, романах, а ничего не мог сказать. Управление сознанием, кодирование. То есть, на всех это действует. Ну ты же вышел, на тебя не кодировали. Вот все. Нет. То есть всякую-всякую-всякую-всячину городит. Ваша безукоризненность. У меня денег нет. Питание самое скудное, одежды нет, машины нет, у меня ничего нету. Что у меня есть, это все подарок Божий. И поэтому, что они могут сделать? Даже вот это я говорю, сейчас друзья бы Золотухина пришли, а вы не знали, как он играл. Но даже если я узнаю перед Богом, это ничто. Весь мир рассмеши, приобрети, какая польза твоей душе. Вот и все. Да, он был здесь. Я ему показал все в храме, рассказал о жизни. Я что мог для него сделал. Встреча у нас была только одна, но она была, боже, перекрыла бы все встречи с Высоцким, с Евдокимом и со всеми его дружками, подружками. И все. В этом все. И сегодня он на суде Божьем или на мытарство все это вспомнит. Аминь. Я мог бы, конечно, о, знаменитый артист, я даже не знал о существовании его.
Для меня он никто. Идакимов здесь уже депутаты, уже губернатор. А я первый раз увидел, какую-то листовку подбросили, мужик с бородой. Я говорю, а что он хочет-то? Да какой-то, говорят, мужик. А кто он такой? Да что, не знаете, артист. Первый раз я услышал, прочитал. У меня очень ограниченное познание. Как Шерлоку Холмсу там один говорит, ну ты этого не знаешь, а зачем? Я дедуктивный метод знаю. Из отдельных деталей я сложу всю картину. Я знаю свое. Я знаю Христа. Хвались, говорит, хвалящийся, что знает Господа Бога. Я знаю Бога. Мы дружим с Ним. Много лет. С моим Христом, любящим другом и братом. Для православных эти слова не воспринимаются. О, сразу, видать, сектант. Я люблю Бога. И у меня у него, вот есть два Бога у Горького. Бог бабушки и Бог дедушки. Когда бабушка молится, миленький мой, да дорогой, да как я рада, что... И дед говорит... Так молится, он ни одной строчки не пропустит. И я, говорит, потом узнал, познакомился с евреем, он молился как старый иудей, дед. И когда дед молился, я, говорит, однажды дед помолился, отряхнулся, бороду разладил. Я говорю, деда, а ты сейчас молился, вот в этой молитве одно слово пропустил. У него память-то какая была? Дед, говорит, страшно испугался. Но я знал, что теперь он обязательно сегодня выпарит. И в этот же день он меня порол, говорит, на чем свет стоит. Попался он за чем-то. Вот и все. Бог – это друг. Два Бога, а одному Богу молятся. Я молюсь, как деда, я скажу. У меня вольных слов нету, но слова мои всегда исполнены интонацией, ласки. В эти молитвы, какие нам положено православным считать, я вкладываю всю душу. Останавливаюсь, скажу со слезами и с придыханием. Я люблю моего Бога. Но когда вы уже прощались, и он сказал, что книга у него выходит. Да. Ну и сказал, вот фотографии, говорит, которые сейчас сделали, они будут в этой книге. А вы ему говорите, ваши фотографии не будет в моей книге, у меня тоже книга выходит. Он говорит, он так удивился, а почему? Так руки еще раскинул. Потому что, говорит, бритый вы. Да. И он так, ну я же актер, у меня же профессия такая. Как ну, если актеры с бородой. Да. Это можно сделать. Тут интересно, на днях Надежда Васильевна, моя жена, рассказывает, я все это забываю. То есть у меня выборочная память, то есть это мне не нужно, я отсекаю. Ну, молитву, Господи, дай мне забвение. У людей просят память, а я у Бога прощу забвение. У меня столько в памяти было, может, 1000 анекдотов. Я душа компании был, когда в армии был, все, знал. Теперь мне надо все это забыть. Я помолился, как будто никогда не знал, как будто я языки не изучал, никогда на английском языке не разговаривал, в немецких собраниях не выступал на немецком языке. Все отнято было. Я освободился, весь чистый багаж, то есть переформатировал Бог мне сознание. И она говорит, а как нас преследовали, а как? Она когда говорит, у меня картина теперь всплывает. Мы идем по Красноармейскому, а она говорит, вот эта машина за нами третий раз прошла, это из КГБ. И она всех фиксировала, три машины, я уже знал, три машины. А мы шли, и надо ехать, а я никуда не сажусь. Иду пешком, но они не могут за мной рядом волочиться. Они проезжают, другая следом машина, куда идут? А я держу под мышкой, а что, валенки подшил бабушке. А ей 93 года, бывшая инокиня. Валенки несу, но они-то не знают. Я к ней захожу, и выхожу, оттуда нет. У нее в руках-то ничего, значит, тут у Игнатия Лапкина склад. Они ищут, где я храню все. Только ушел, и они сразу же туда к ней. А у вас, вы знаете такого? Она, знаю я такого. А что? Да вот он такой против советской власти. Да вы что? Нельзя против советской власти. Она говорила, и голос такой трясущий. Вот, а сама сухонькая такая. А вот он к вам приходит, он что-то приносит к вам? Нет. Ну сейчас-то он к вам приходил, что-то принес? Да нет, ничего. Ну что-то же он было у него в руках. Она посмотрела, так это он мне вот, она не развернута, связана, они видели какая, коричневую бумагу. Это он мне валенки подшил, я валенка бабушке подчинял, там пуговки шивал. Я что только не делал, я люблю бабушек. С малых лет люблю бабушек просто, бабушек, дедушек стареньких. И они ничего нет, и тогда они за мной. Один раз у меня кошка заболела. Чем она заболела, подцепила в подполе-то. Но жена ничего лучше не придумала, керосином ее смазать-то. Ну, ясно дело, что кошка орет, то другое, и видно, что не вылечить. И я ее в сумку посадила, сумка хорошая, я думаю, донесу до ветеринарного, на молодежный, если по Челюскинцев ехать-то. Ну, я уже заметил, они за мной уже следят там. Я зашел и им говорю, что они у меня взяли, да сумка-то тоже заразная, и сумку у меня отобрали там. Я так обиделся, я скупердяй подсказать. Я каждую копейку берегу и вдруг целую сумку потерял. Вышел, а они из-за угла выглядывают. Но я был один. Теперь мне надо этот хвост потерять.
Но я стою и стал, и стою, а им выйти нельзя оттуда, они за домом стоят, машина там стоит, и я стою. Теперь, гляжу, трамваи идут, я дождался, когда два трамвая на одну остановку подходят в разных направлениях. Я со всех ног бросился, в трамвай забежал, сел и в окошко потихоньку смотрю, они выскочили, нигде нет, куда, ну куда, я домой. Одна машина за этим трамваем, другая за этим-то. Ну, трамвай-то дошел, они не знают, где я слезу. А я на Солковского и бегом пробежал, а там дороги-то нету никакой. И скорее в храм зашел, и впереди стал на колени молиться-то. Мне говорят, а были здесь что-то, ходили по храму какие-то люди, они меня поискали, нигде нету. А они тоже не все знают. И вот, говорит, когда за нами следили, и в это время... А мы шли, вторая... какая у них там, северо-западная, 144, баптисты отделенная. Ну и машины, они остановились где-то, а я повернулся к ним и подошел, говорю, ребята, вы не свободные здесь? Свободные, ну вы меня не подвезете с женой-то, подвезти, мы торопимся, опаздываем на собрание. Да пожалуйста, машины сели, а я ему говорю, знаете, вы увязали за нами из КГБ, я говорю, никак не оторвемся, теперь, наверное, не отстали. Я обернулся назад, никого, говорю, нигде нету, а сижу с ними в машине-то, они, да вы что? Это в Барнауле и следят. Я говорю, да следят. Я говорю, а что они найдут? Я православный, как бы был я отделен, а вы нашли. Так у вас за вами они ничего не знают? Да, конечно, нет. Так а вас не арестуют они, а то, может, и за нами будут сейчас следить за что-то. Но я знаю, что это они, Ленина 30. Хорошие ребята-то. Но они довезли, я следствию поблагодарил, и они поехали. А что тут дальше уже ничего нет. То есть это такие казусы были. Я вспоминаю один раз, когда мы нас запечатали, они в доме-то, обыск. Они знают, сколько человек. И как выходить. Мы целую операцию разработали. У меня было в доме в это время где-то 12 человек. А комната маленькая. У меня столы отдельно разбираются. И пристегиваются там за стену. И делается длинный стол. Ножки согнул. Опять идет. Комната 12 квадратов. 80-х. Тут и мастерская, и переплетная. И тон-студия. 15 магнитофонов стоит. И прочее. И они заблокировали. Но они не знали, дома мы или нет. Взламывать не стали. Сестру с работы сорвали, искать везде, к дверям, она говорит, у меня ключа нету, ключ у него. Они, а там что-то шумело, они говорят, у нас кошки бегают, у него кошки там, говорит, он их не закрывает-то. Ну и правда, это кошки бегали. Они на окно, на подоконник, а шторки закрыты, ну видно, не видать. Теперь, как нам вывести людей? Какая погода? Мы смотрим, решил я выводить людей 2:30. Со стола не убрали, потом, когда они уже меня привезут, дверь взломают, 12 человек было. Как вы вывели их, скажите? Они там в потолке трещинки, везде щупы толкали, под пол копать вначале, в стенки, барак, нигде нет. Ну скажите, как вы вывели? А машина была здесь, стояла. Машина-то стояла, но маленько в деревьях стояла-то, ну одна машина. А в эту ночь был туман, но мы не знали, что туман был. А мы же все отправляемся не куда-то, а в ведро, полное ведро мочи. Я самого сильного, крепкого поставил впереди мужчину. Я говорю, ты выходишь первый. И кто бы ни был, бей этим ведром. Споткнулся и все. А мы уже проскользнем, как рыбы в этом наводнении-то. Ну и мы распределились, как товарищ Ленин учил, подвое и в разные стороны. И мы распределились, кому куда бежать. И во все стороны. Самый безопасный путь был для меня выбран. Через пивоварку, через мост. И сразу сворачиваем в кусты влево и к маслозаводу туда. Скажите, все пути перекрыли. У них везде стояли люди. Туман. За 100 метров ничего не видать. И мы тогда ночью решили тогда клёши свернули, маршрут изменили, идем, он остановится. За нами идут. Ты помнишь, как вот это Кама Гридеши, когда он шел, остановится, там идут сзади, там идут. Я не слышу. Тогда мы решили бежать, оторваться от них. И он говорит, бегут и они. Бегут, мы тогда в одну завернули калитку, и там это, который щеколда есть, я за щеколду усыпился, он подбежал, подергал, не открывается нигде-то. Но они не точно знали, что здесь, они дальше бежать. А мы тогда через двор, через забор, на сарай и через другой, там, а там, видим, там громадный кабель. Мы тогда прыгнули, а вот так вот проволока натянута, вот так вот покажу даже, проволока натянута. Ну я-то проскочил под ней, она повыше маленько, а Саша-то Долгов-то, он выше. Он на эту проволоку зацепил грудью, говорит, на грудь принял удар там. Ну, он не знал, что проволока-то, он мощно бежал-то. И бежал, пока проволока не тянулась, и теперь проволока его обратно отгальнула, и прям к собаке кто и летит. Вот. Есть такой бегущий по льду, американский шпион, когда там бежит-то где-то. Вот с нами такое. Я все это испытал. Бегание по крышам, как они гоняются. Дальше. А собака-то, видно, перепугалась тоже. Представь, ночное время, громадная туша летит на нее. И собака не слышала, как зашли. А прыгнули-то прямо на конуру к ней. Представь, какой толчок был. Кобель-то, видно, в угол забился. Мы только выскочили на улицу. Ну, я не знаю, метров 20-30 прошли.
ребята здоровые со всех сторон. Так, разрешите, в подружки нас и в машину сажают. Я говорю, я рассмотрел, бежу в гражданском. Я говорю, так вы же даже не милиция, а что вы ловите нас? Он говорит, мы повыше милиции. И сразу, я все это испытал. Понимаете? Ну, это интересно, конечно, сегодня рассказывать, а когда там, то смеху никакого, никакого нет. Просто нужно научиться видеть. Он артист, у него в жизни этого не было. И не могло быть. Да. Вот такой пишет везде Песков, выступает в Комсомольской правде, про зверюшек там пишет, все, Василий Михайлович. Я с ним переписывался. Ну, я просто возьми и написал, Василий Михайлович, ну вы там в верхах-то. Ну вы видите, вот как масоны-то работают, как эту страну замордовали-то, как он взялся на меня. Еще раз только напишите, я все это в КГБ сдам-то. И наша дружба прекратилась с ним. Я больше нигде не вылез. Да. Простые слова. Они все на поводке, а я жил свободно. Настолько свободно, что мне завидовали и продолжают завидовать. Они не свободные. Ни попы, ни президенты. Я совершенно свободен. Я за всех молюсь. За Путина, за Медведева, за Барака. Моя должность такая молиться за царей начальствующих. И ну, за Латухин, всех с кем встречался. Они у меня здесь. Я вот молюсь за Стерлигова, за Невзорова, вот, который за Пляд, за этого Карена Геворкяна приезжал, режиссер. Вот. Это люди, которые со мной общались, они оставили во мне след. И я их несу на руках молитвы. Вот. И поэтому те, которые воюют там против-то, им места не будет. Я знаю, Бог делает. Я Богу доверяю все. Близкие мы не были. Я бы... Но только я знаю, слово Золотухин, это не Золотов. У нас было Золотов, а Золотухин, это Золотуха, болезнь такая была. Все, рот обмечен, Золотуха. А кроме того, вот, которые из туалета возили, раньше на бочках сидели, черпали, их называли золотари. Так что слово золото, корень, он еще не означает, что золото. Так. Ну, о нем только сожаление. Я о нем постоянно вспоминал, ну и больше шли. Ему я не интересен был. И, видимо, раз я ему прямо сказал, что я его не помещу в книге, то, да, конечно, и он мой, может быть, и не поместил. Да. Вот так. Обо мне много небылиц пишут, какие-то я знания, подвиги, ничего этого не было. Это обман. Я жил простой жизнью. Прямо я считаю другой раз, о ком это говорится. Вот ехали дорогой, мой брат ехал, ну и решил маленько отец Аким что-то сказать-то. А один на полке лежал, лежал, говорит, ты что говоришь, это неубедительно. А вот мы однажды ехали, с нами ехал, он где-то вот здесь деревня такая, Потеряевка, есть оттуда, его звать Лапоткин или как-то, вот говорил, весь вагон собрался, проводники пройти не может, а вы говорите, это неубедительно. Да он-то чуть не на 40 языках разговаривает со всеми. Я так и ахнул. А мой родной брат с ними говорит. Легенды. Такие легенды составляют невозможно. На чистейшем итальянском языке заговорил, итальянцы так и обмерли. А потом на чистейшем английском, немецком. Я занимался языками, действительно так, я кое-что знал, но знания были мизерные. И когда кто-то признавал, что я знаю, для меня это было свидетельство, что тот ничего не знает. Я в разговоре с американцами, там часа два беседовал, я допустил примерно 3 ошибки. Я их знаю, но они виду не подали. Вот и все. Из их знать это надо каждый день, часа два этим заниматься и быть там. Мне Бог дал это знание. Вот приехав в Латвию, я уже через 3 месяца с ними общался и разговаривал. Все. Но эти знания верхушечные. Я знал, тут религиозно, а тогда знал и политические, медицинские. А коснись в другой сфере, я ничего не знаю. По сельскому хозяйству я уже со словарем должен был работать. Ну, да. Поэтому ну, любят, люди любят. Вот я помог там заключенным некоторым. Они уверовали, молились, и у них скостили статью одному до другому. И когда меня везли обратно этим этапом, и говорят мне, не зная меня, вот тут проезжал какой-то и такой-то, а я слышу, про меня говорят, скажи ты, помолится, тюрьму открывает и выпускает домой. Тюрьму. И начальники, и все ничего не могли сделать. Ну, человек не может жить без легенды. Я только терплю, молчу, а думаю, ой-ой-ой. Вот это да. Ну, действительно, я им помогал. Что у меня давали, я отдавал. Они, ну, а как я мог не отдать? Все равно отберут. Мне деваться-то некуда. Так лучше я отдам. Ну, и вот такое дело. Ну, а с Золотухиным беда, конечно, случилась. И было нет покаяния, не знаю. Какая у меня будет кончина, не знаю. Сказать на него худого никому не советую, потому что за себя он уже не заступится. Ну, а мертвым нужно говорить, как есть.
не прилизывать, не зализывать. И артистическая деятельность его вне Писания. Жизнь его была греховная. Лучше всего спросить тех, кто от него страдал. Жена и сын ничего-то не повесится. А какой сын второй, это знать его не знаю. Надо только кротко себя вести и молиться. Вот так. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу во веки. Аминь.